Лекция на тему правил проведения расследования. Для начала вы выезжаете на место преступления. Осмотрев место преступления, вы фиксируете все на камеру, после чего приступаете к сбору улик, предварительно надев перчатки. Собрав улики, вы везете их к экспертам. Трупы к моргу, ну, трупы в морг, коронеру. Ну, как не вы труп, а вызываете и забирают там коронеры. Вот. Оружие к экспертам по баллистике и так далее. Получив заключение экспертов, вы реконструируете события, которые происходили до или во время преступления. Получив сведения о подозреваемом, вам следует навестить его в доме или на работе. А когда его вина доказана, отправить его прямой дорогой в тюрьму. Лекция окончена, вопросы есть какие-либо? Нет. Все, завершен у вас первый курс получается.